Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Боршуш, и сегодня мы поговорим с Екатериной Лобецкой, директором отдела маркетинга компании Мигронис. Екатерина, добрый день! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о вашей компании, о компании Мигронис. Мигронис – это международная лицензированная компания, которая занимается гражданством и ВНЖ за инвестиции. Мы работаем с официальными государственными программами по всему миру и, соответственно, предоставляем людям возможность получить ВНЖ или гражданство какой-либо страны через официальную государственную программу за инвестиции в недвижимость, фонды или другие опции, бизнес, например. А по каким программам в Португалии вы работаете? В Португалии мы работаем, наша топ-программа – это Golden Visa Португалия, то есть ВНЖ Португалии за инвестиции. Ну и, собственно, это самая востребованная здесь программа среди наших клиентов, среди тех, с кем мы работаем. Вот, то есть люди инвестируют определенную сумму денег, покупают здесь недвижимость, либо инвестируют в венчурные фонды и получают, соответственно, ВНЖ для себя и своей семьи. И через 5 лет они уже выходят на гражданство Европейского Союза. А скажите, пожалуйста, работаете ли вы по программам стран Карибского бассейна? Да, мы работаем с 5 странами из Карибского бассейна. Это Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Доминика и Гренада. Вот, работаем, конечно, да. Это страны, которые предоставляют гражданство, не ВНЖ, а именно гражданство. Вы получаете там гражданство для себя и своей семьи, и гражданство передается по наследству, то есть это пожизненное гражданство для вас и всех ваших поколений. Какая самая популярная иммиграционная программа? В Карибском бассейне? Вообще, какая программа пользуется спросом? Все зависит от цели, на самом деле. То есть если человек хочет сразу получить паспорт, ему надо просто свобода передвижения, он не хочет никуда переезжать, и надо просто свободно передвигаться по миру, максимально быстро получать визы, допустим, в США, то это, естественно, карибские страны, там, гражданство карибских стран, потому что оно стоит дешевле, и вы дистанционно можете оформить паспорт и купить себе гражданство, и стать гражданином там, какого-то из государств. Если же все-таки вас интересует Европа, образование детей в Европе, тоже со временем, возможно, переезд с семьей, пенсия такая довольно вальяжная, обеспеченная пенсия, такая, как здесь, в Европе, то, конечно же, люди выбирают европейские программы. Есть Греция, есть Испания, есть Португалия. Но Португалия самая востребованная, потому что дает самый быстрый период выхода на гражданство, это раз, и самый низкий порог входа инвестиций, два. Ну и, конечно же, в Португалии низкий уровень преступности, там входит в топ-3 самых безопасных стран, очень хорошая экология. Здесь низкие цены по сравнению со всей Европой для жизни. То есть это медицина, обучение, садики, школы и так далее. То есть для семейной жизни здесь, в принципе, вы с хорошим, высоким уровнем качества жизни, европейским уровнем качества, вы будете платить гораздо меньшие деньги, чем там в Испании, Франции или Германии, например. Поэтому Португалию выбираю. Здесь есть океан, фрукты, морепродукты, все, что надо для такой спокойной, хорошей, комфортной, да, жизни. Какую страну вы бы выбрали для жизни? Я думаю, что в будущем Португалию. Вот здесь очень, ну, тоже здесь сюда надо приехать и проникнуться этим настроением, подходит ли вам. Здесь темп жизни такой более расслабленный. Я думаю, что когда ты становишься чуть взрослее, да, там тебе там 40-50, тебе хочется уже, ты устаешь от больших городов. Да, и, конечно, здесь супер хорошо. Тут прекрасный воздух, мы живем на берегу океана, поэтому вот прогулки по набережной, даже с ребенком, вообще все очень комфортно, и там ребенок в восторге, здесь прекрасные пейзажи, если поездить по стране. Все очень близко, потому что страна маленькая. Огромные широкие пляжи, везде все очень чисто, хорошая кухня, хорошая еда, поэтому, конечно, ВНЖ в Португалии, я думаю, самый оптимальный выбор. Для вас был бы? Для меня в том числе. А скажите, пожалуйста, какой самый выгодный, какая самая выгодная программа ВНЖ либо Citizenship по представлению клиентов? Вот какую бы программу вы посоветовали клиентам? Тоже, как я уже говорила, все зависит от их целей, ну, то есть на самом деле, если они хотят инвестировать в Европу, многие просто хотят инвестировать в европейскую недвижимость, потому что, скажем так, диверсифицируют свой капитал, да, то есть инвестиции в европейскую недвижимость гораздо более надежные, чем инвестиции в недвижимость СНГ, вот, то есть люди хотят получить ВНЖ и при этом сохранить
сохранить свой капитал, переумножить. Стоимость недвижимости в Португалии растет, то есть те люди, которые купили здесь недвижимость 5 лет назад, уже где-то раза в полтора, в два стоимость их недвижимости выросла, и они могут продать и заработать. Тем более есть разные опции, можно купить здесь долю в отеле, и вы получаете, некоторые отели предоставляют buyback, то есть через 5 лет они выкупают обратно долю. ВНЖ у вас остается или гражданство, да? Ну, при этом вы возвращаете свои деньги, просто вы на какое-то время вложили их как инвестицию. Если люди хотят получить просто паспорт, просто чтобы свободно, без виз перемещаться по миру, то они могут купить, в принципе, карибские страны. Из популярности могу сказать, что да, что все-таки, наверное, большая часть клиентов выбирают Португалию. Ну, наверное, где-то может быть 50 на 50, Португалия и Карибы. Опять-таки, все зависит от цели, куда они хотят приехать. Есть, конечно, и Греция, есть и Испания, и турецкая программа сейчас тоже. Но немножко разные страны. В Испании проблемы с уровнем преступности, безопасности. Там все очень плохо, тоже с ввозом. В Испании есть свои. И плюс порог входа 500 тысяч. В Греции тоже. В Греции вы гражданство не можете получить, только ВНЖ. И надо сохранять недвижимость, вы ее не можете продать. Здесь вы ее можете продать. Поэтому есть везде свои нюансы. То есть, в принципе, Португалия такая одна из наиболее оптимальных программ. Скажите еще, пожалуйста, есть ли представительство у компании Мигрони в других странах и городах? Да, конечно. Наш центральный офис находится здесь, в Португалии, в городе Штарил. Это рядом с Лиссабоном, такая Лиссабонская ривьера называется. То есть, в принципе, это курортный город, такой элитный курортный городок на берегу океана Штарил. У нас еще есть представительство в Москве. Россия, Киев, Украина, Дубай, это Объединенные Арабские Эмираты, и на Кипре, в Лимассоле. Спасибо вам большое, спасибо большое за ваши ответы. Спасибо. С нами была Екатерина Лобецкая, директор отдела маркетинга компании Мигронис. Если вы хотите воспользоваться услугами компании Мигронис, переходите по ссылке к этому видео. Всего хорошего. Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам большое, было очень приятно с вами пообщаться.